Новорічна казка світового масштабу тепер в Україні. Вартові мрії – це грандіозне 3D-шоу, яке не залишить байдужим ані дітей, ані дорослих. Нашому Рікі вдалося прошмигнути за лаштунки і дізнатися, що спільного в акторів із Голлівудом і що робила на шоу дружина президента. Дивимося. Что нужно, чтобы попасть в настоящий сказка? Совместить графику, действие, свет и танец. Я зайти за кулисы и увидеть все секреты новогодних огоньков. Такой грим использует Голливуд и мы. Узнать, какой тайный гость прийти на главный елка страны. Простите, вы не видели жену президента? Нет, не видела. И сколько надо выложить мани, чтобы попасть в сказка. Недавно мой коллега Максим Узел рассказывает вам, что на ВДНХ телеканал СТБ построит зимний страна. Но здесь, оказывается, не только развлечения для детей. На днях здесь состоится допремьерный показ семейной зимней сказки «Вартові мрії». И я обязательно не пропустить это событие. Сейчас разберемся, кто тут собрался за бомонд. Когда я зайти внутрь, я потерять дар речи. Много гостей, шведский стол, дети и взрослые в предвкушении чуда. Чего я жду? Сказки, конечно, разумеется. Сказки? Да. Ты же совсем маленькая еще. Да, значит... ну вот такая атмосфера. Сразу в ребенка превращается. Понятно. А вот и Юля Бортник со своим сыном Матвеем. У меня ребенок очень хотел сюда попасть. Это была его мечта. Он загадывал Николайчику, чтобы сюда попасть. Матвей, ты чего ждешь? Я жду какого-то удивления, там салюта. Боюсь даже представлять, что там будет, если спектакль загадывают святому Миколаю. По секрету мне сказать, что тут должна быть и первая леди страны. Простите, вы не видели жену президента? Нет, не видела. Вы не видели жену президента? Вы бачили? Я... Вот еще нет, я ищу. Не нашел. Подожду еще. Зато я увидеть в толпе знакомые лица. Мне кажется, что для Украины это наднове и очень круто, потому что до них такого не делали. О, слышите? Ну, наконец-то, начало. Полный зал people, пока не началось, ищу глазами Марину Анатольевну, жену президента. И тут бах, и свет тухнуть. Вау, настоящая сказка. Предлагаю и вам насладиться. Глаз не оторвать. Полтора часа удовольствия. Я прям не хотеть, чтобы это заканчиваться. За весь спектакль декорации менялись со скоростью света. Добро и зло противостояли друг другу. Супер! А какой у героев грим? А костюмы? Ну, об этом я вам рассказать немножко позже. Весь зал аплодировать стоя. И тут я заметить, что в моем ряду сидеть Марина Порошенко. Поэтому я быстренько бежать к первой леди, узнать ее впечатления. Супер. Я вважаю, що такі от вистави святкові, ми вже дуже скучили. І вони вже от зараз в нагоді. Мрія в гарне майбутнє, в щасливе майбутнє. Ви бували в інших країнах, бачили шоу, порівняйте з іншими. Ні, не бувала. Я на такому шоу вперше. І дуже вдячна, що це саме в Україні відбулося. Сподобалося, як танцюють, і сподобалася ідея, як до Дня Святого Миколая. Уверен, и другие VIP-гесты получают от этого восторг. Ой, шикарно, обалдеть. Мы в захвате полностью. Взагалі, мне, наверное, наибольше понравились эти погані хлопцы. В холле я увидеть и Ксению Бугримову. Ну, мы хлопали, мы как дети, наверное. Да. Мы громко кричали. Бугримов. Самый мой любимый момент, это когда ну, Женя Кот, я его просто обожаю, это когда он без страховки головой и вот настолько над полом. Я лично хотеть познакомиться с создателем этот шедевр. Сколько создавали такое невероятное? 5 месяцев. Что самое сложное было при создании этого всего? Совместить графику, действие, свет и танец – это очень сложно. Сколько стоит это? Я не отвечу. Пока я тут говорю, children делают фото с персонажами. Они как будто настоящие. Как же актеры достигать такого эффекта? Это вы делали? Конечно. Вот этими руками? Этими руками. Это вот каждый раз заново такое...
Каждый день используем новый нос. Это в магазине продают такой? Нет, это вот Виктория делает сама. Главный гример шоу Виктория Бессараб. Но она почему-то стесняется о себе говорить. Она ездила в Лос-Анджелес, в Голливуд, училась этому гриму. Такой грим использует Голливуд и мы. Вот это левел! Билеты на этот новогодний сказка можно купить в любой театральной кассе или на сайте разваги stb.ua. Прайс от 250 до 650 гривен за one ticket. Кстати, на ближайшие дни все билеты уже проданы. Поспешите!